Пляж Хикадува. Утро, 7 часов. Вышло солнышко. Пляж такой, с камешками, барьерные рифки большой есть. Вот. Заходы в море, ну вот есть иногда камни вот так. Но есть и места, где можно хорошо покупаться. Где Лена стоит. Сюда с утра приходят даже рыбки. Такой аквариум. Трун здесь мелкий ракушняк, поэтому вода прозрачная. Он садится сразу на дно, когда поднимается волной. В общем, неплохо.